Губернатор Приморского края дал старт туристическому сезону на объектах Владивостокской крепости. На торжественной церемонии глава региона подчеркнул, что это место сыграло важнейшую роль в судьбе города. Это чудо инженерной, фортификационной мысли, где капониры, рвы, казематы, укрепления показывают всю глубину инженерной мысли, построенная руками именно русских инженеров, руками солдат и матросов, которые были здесь и оставили эту память о себе. Важно то, что сама по себе эта крепость заслужит еще большим влиянием на воспитание нашей молодежи. Вот. И, безусловно, она будет включена в Арсеньевскую карту. Глава региона официально объявил 2024 год годом Владивостокской крепости и представил план мероприятий, приуроченных к этому событию. Мы предусмотрели грант для того, чтобы можно было обустроить его. Я думаю, что тот план мероприятий, который есть в музее Арсеньева, вот, позволит нам выполнить все те решения, которые связаны с улучшением здесь и туристической инфраструктуры, созданием всех тех мест обустройства, которые будут удобны нашим гостям и посетителям крепости. Я хочу поблагодарить и всех волонтеров, общественников, которые принимали участие в обустройстве, в уборке этой территории, в придании ей того вида, который напоминает нам одну из славных героических страниц истории нашего края. Владивостокская крепость – одна из интереснейших и популярных достопримечательностей Приморского края. В прошлом году ее объекты посетили более 75 тысяч человек. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.